Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием «Зомби Цунами». Сегодня нам с вами нужно будет сыграть в игру с помощью монетных машин, ну и остальное это уже игровые задачи. Друзья, не забываем лайкать, не забываем подписываться. Чем больше вы все это делаете, тем быстрее выходит следующая серия. Давайте монетные машины сразу используем. Начнем с бумерангов. Тут еще у нас с вами, как вы видите, есть ивент на бриллианты. Мы можем найти бриллианты самые настоящие. Сегодня мы купим еще одну птичку, скорее всего, новенькую. Ну и, в принципе, посмотрим, что нам дропнется. Кстати, шапка прикольная, мне нравится на самом-то деле. Так, значит, наша задача... О, кстати, бумеранг полетит сейчас. Опа, поймали, нормально, первый пошел. Значит, наша задача, во-первых, найти бонусный дракошу бонусного. А во-вторых, оп-оп-оп, поймал, найс. А во-вторых, собственно, попасть в Нью-Йорк. В Нью-Йорке нам надо активировать светофоры. Так, это Мексика, нас Мексика не интересует, нас интересует Нью-Йорк. Пришлось пожертвовать одним зомбаком, чтобы захавать бумеранг, но эта жертва того стоила, ребят. Нам с вами их целых 35 надо поймать, поэтому, в принципе, пофигу. Вот, поехали, 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 опа. И бриллиант здесь тоже есть, и дракоша здесь тоже есть. Так, у меня только 5, блин, и мне нужно еще 2. Мне нужно еще 2, блин. А я не знаю, смогу ли я здесь найти-то еще 2. Дайте толпу, плиз. Еще одного нужно. Блин, а я не знаю. У меня, конечно, бонусная птица, ребят. Я чисто за счет бонусной птицы, может быть, смогу затащить. Да, все, найс. Да, бонусная птица, вот видите, как раз начала уже дрыгаться. Это значит, что уже ее бонус пошел. Но самое главное, что задачу мы выполнили. Нью-Йорк сейчас? Нет, пляж. Если бы сейчас был Нью-Йорк, мы с вами бы изи выполнили все задания, по большому счету. Но окей, самое главное, что... дракошу мы с вами выполнили, а то потом фиг знает, сколько бы нам ждать его еще. Опа, успел, кстати, захавать. Нормально, нормально, успел захавать бумеранг. 6 бумерангов, ну, в принципе... Опа, еще один. Блин, у меня, кстати, заканчивается уже зомби потихонечку. Надо бы как-то с этим тоже поаккуратнее. Приходится ими жертвовать, потому что бумеранги все летят фиг знает как. Реально, они все время то в бомбы летят, то в машины. Так, это у нас... Окей, сойдет. Легче будет гасить бомбочки. Найс. Так, 9.35. Ну, в принципе, нормально. Я думаю, что мы с вами 35 спокойно апнем, потому что бумеранги, к счастью, все время прыгают. То есть, не так, как, ну, там, не знаю, например, светофоры какие-нибудь или типа того, или шарики. Не, бумеранги все время летают. Это, конечно, приятно. Ну, и проще намного, потому что... Блин, капец у нас, конечно, птица это добавляет бонусы. Вы видели, сколько мы за ниндзя играли? Вообще жестко, очень жестко. Ну, типа, это намного удобнее, конечно, когда такой длинный бонус. Так, нормально, захавали еще один, уже 12. Так, ну, что мне не нравится, это то, что у нас это монетные машины почти не работают. Вы обратили внимание? Почти что ни одна из них не превращается в... О, зря я это сказал сразу. Блин. Ну, ребят, я пожертвовал собой для того, чтобы поймать бумеранг. К сожалению, мне пришлось это сделать. Берем 2 бонуса. В принципе, это хорошо, конечно, что хотя бы столько дало. Плюс дополнительный бонус еще за то, что это первые задачи в день. Съесть одного человека, спрятанного в мусорках. Умрите в дыре тремя... умрите в дыре 3. Упадите в нее со всеми своими зомби. В дыре 3 имеется в виду в третьей по счету или что? Так, давайте сразу куплю себе птичку, посмотрим, что нам дропнется с вами. Наверное, кайф, у меня игра крашнулась, я не знаю почему, и по ходу дела мне ничего не выпало. Интересно, блин, я бы офигел, конечно, если бы мне легенда выпала. У меня точно стало меньше бриллиантов, а что мне выпало? Ага, мне, походу, зомптица-фея выпала максимального уровня. Теперь каждый раз, ну, типа, 100% шанс, что мы с вами зарезаемся. То есть это чисто наш ангел-хранитель, который тупо дает нам плюс жизнь. Это, в принципе, ну, неплохо, скажем так. Не то чтобы прям супер что-то прикольное, но дополнительная жизнь иногда может не слабо нам помочь. Тем не менее, конечно, жалко, что дропается не какая-нибудь там супер офигенная новая птичка, а все та же старая добрая зомб-птица-ангел. Ну, окей. Так, хорошо, тем не менее, нам надо еще ловить сейчас с вами бумеранги и нужно... Блин, я, кстати, про третью дыру забыл, я не помню, какая это третья. Надо фиг с ним потом выполним. Я, честно, забыл, какая она должна быть. Ну, точнее, помню, что должна быть третья, но я не помню, какая из них третья.
Так, и нужно нам Нью-Йорк. Нам нужна мусорка. Мусорка будет в первом же туннеле. Это окей. Вот прямо сейчас. Найс. Вот она. Нет. Что я сделал? Блин, я хотел поймать и бумеранг, и мусорку сбить. И в итоге... Ну, бумеранг-то я, конечно, поймал, но что-то с мусоркой не получилось. Ладно, во втором туннеле собьем мусорку. Пофигу, в принципе, это не так важно. Важно, что нам с вами все еще Нью-Йорк не попадается. Вот это, конечно, важно довольно-таки. Так, полетели. Найс, минус один, плюс один, все нормально. Так, и мне нужно еще 16 бумерангов. В принципе, немного. Я думаю, что мы с вами спокойно сможем это сделать. Так, поймали. Да, летели, правда, не полным составом, но все равно окей. И нам с вами дропается цунами. Одна из самых имбовых, на самом деле, бонусов, один из самых имбовых, потому что просто надо что делать, это быстро нажимать. Вот сейчас будет... Так, а где у меня... а где мусорка, простите? Отлично, мусорки нет. Офигенски. И нам попался Лос-Анджелес. А Лос-Анджелес и Нью-Йорк это одно и то же или нет? Мне еще что интересно. Так, бриллиант, хорошо. Блин, я не успел еще активировать. Да что ж ты будешь делать такое, я не понимаю, что происходит? Что-то я сегодня лоу-скилл какой-то, ребят. Так, давайте вот сюда, плюс бумеранг. 11 бумерангов, хотя бы с этим мы справляемся, это, конечно, хорошо. Так, не, походу дело не считается, я правильно понял? Да, да, я упал. Да, что-то как-то такое. Ладно, давайте посмотрим, что нам выпадет. Плюс 100 монет и нифигашечки, окей. Ну, чё, тогда погнали дальше. Мы с вами не выполнили даже ни одно задание. Блин, надо мусорку, конечно, сбить прям в первом тоннеле. Я не знаю, типа бред полный, что у меня не получилось это сделать. Стоп. Это Нью-Йорк? Офигеть. Это локация, это Нью-Йорк, ребят. Ну, типа, если кто-то знал, то вы, конечно, просто красавчики. Я вообще даже... Блин, я вот опять себе светофор не подключил, пока болтал. Я даже не думал про это. Ну, хорошо, получается, что нам в этой локации нужно активировать 3 светофора. Так, вот еще плюс один. И остался еще один. В принципе, еще упасть надо будет в дыру. Потом третью какую-то. Так, вот еще один, все. Ха, офигеть, вот это, конечно, да, неожиданно, честно говоря. Ладно, окей, мусорки нету, офигенски. Ладно, попытаемся добежать до следующего туннеля. Все равно нам надо с вами закончить задание с бумерангами, поэтому, в принципе, пофиг. Квадробейки не особо люблю, вы это знаете. И этот бонус мне не особо нравится. Ну, тупо танки, которые просто бегут вперед и все. Ну и прыгают они фиговенько, как видите. Ну, я еле-еле, но поймал все-таки бумеранг. Но прыгают они так себе. Нормально. Еще 6 штучек, еще 5 штучек плюс бриллиант. Найс, отличненько. Еще 5 штук. Так, и мне нужна еще мусорка обязательно. Без мусорки у нас с вами будет минус задание. Это мне тоже не очень хочется. И еще 4 бумеранга вдобавок. Окей, попытаемся найти. Так, 10 у меня при этом. Уже 9, смотрим. Блин, снова нету мусорки, что за отстой? Куда они все делись? Куда? Блин, я еще и бриллиант пропустил. Да что ж такое, да реально сегодня лоу-скилл какой-то. Нан, давайте попробуем добежать до конца этого уровня. Если здесь мусорки не будет, то придется помирать, чтобы... Ну, получить себе мусорку в следующей игре, я надеюсь, уже точно. При этом осталось всего 3 бумеранга, но мы их изи, я думаю, что апнем. Так, найс, здесь шарики. Тоже не особо мне нравится этот скилл, честно говоря. Ну, такой себе, плюс блян зато. Но ладно, все равно лучше, чем ничего. И остался последний бумеранг. Надеюсь, мы его тоже сейчас найдем. И, пожалуйста, мусорку мне дайте. Боже ты мой, почему это так сложно найти? Так, бумеранг последний полетел. Найс, все. Задание выполнено, ребят. Я думаю, что мы за это получим с вами, скорее всего... Нет! Почему я прыгнул? Просто почему я прыгнул? Объясните мне, пожалуйста, просто почему я прыгнул. О май гад, жесть, просто. Сегодня мне не везет вообще ужасно. Кстати, можно 36-й бумеранг поймать. Ну просто, что это за отстой, а? Так, дайте мне просто умереть уже спокойненько. Я просто хочу умереть вот сюда вот. Отлично. Ну, да, меня, конечно, немножко печалит то, что у нас с вами получилось, но пюрированную мозговую жидкость мы все равно заполнили. Плюс 1500, плюс зомбак и плюс адская вода. 15 брюликов нам дается. Что?
в общем-то, меня тоже радует. Погнали, купим себе плюс одного зомби, это, конечно же, супер. А, не, нифига не купим, у нас с вами нужно еще 160 монет для него накопить. Так, ладно, ну тогда продолжаем, чё, нам надо просто продолжать тупо попытаться как-нибудь зафармить себе, во-первых, монеты, потому что я хочу плюс одного зомби. А во-вторых, так, нам нужно с вами, получается, что сейчас делать? Нам нужно упасть в третью яму, да? Так, еще буду прыгать по дороге, потом. Так, раз, яма. Прыгаем. На это тоже есть задание. Два яма, внимание. Три яма. Есть! Есть, я правильно понял. И нам все равно еще дается дополнительный шанс благодаря нашей ангела-птице. Хорошо. Так, давайте пропрыгаю по-быстрому. Мне нужно побольше прыжков сделать. Нужно 25. Так. Вот, и побыл. Нет, мусорка, два человека нужно. Да что ж мне так не везет-то, жесточайшее, я просто не понимаю. Ладно, я думаю, что здесь надо умирать, ребят. Давайте я вот эти денежки соберу. И надо умирать, чтобы зарезаться снова, активировать мусорку. Хотя, блин, все равно мы, наверное, вряд ли возьмем еще один уровень сегодня, да? Хотя... Давайте, ладно, да, у нас... Блин, ладно, давайте доживем до еще одного туннеля. Может быть, в следующем туннеле будет мусорка. Если не будет, то умираем и активируем просто ее. Блин, меня так прикалывает этот кот в этом доме, который сидит в окне. Если там мусорки не будет, то умираем. И уже на следующий раз нам надо ее обязательно активировать. Иначе я уже просто умру, наверное. Так, цунами пошел. Я думаю, что мы так до туннеля на нем и доедем. И сейчас с вами заодно глянем, есть тут мусорка или же нету. Дайте... Во! В смысле? Съешьте одного человека, спрятанного в мусор. В смысле? Я его что, не съел, что ли? Я чуть не понял. Блин, походу надо его именно не цунами сломать, а именно самостоятельно, я так понимаю. Так, ну давайте тогда добежим до следующего тоннеля заодно. А чё, в принципе, мы можем себе это позволить. Добежим, если там уже, ну, типа, не сможем сожрать этого человека, то тогда уже будем думать на следующем ходу. Ну, вообще, по идее, это очень странно, что у нас не получилось, ну, типа, активировать. По идее, он прибавился к нашей бессмертной армии, поэтому, ну, я чуть не понял прикола. Так, денег у нас становится больше, по-моему, нам как раз надо было что-то около 200 монет, поэтому, в принципе, 159 это уже хорошо. Хотелось бы, конечно, побольше деньжат, но и так нормально. Так, нормоз. Опа, и... ну давай. Сожрали? Сожрали. Падаем вниз. Найс. Просто прекрасно, ребят. Все три задания выполнены. Адская вода потихоньку начинает заполняться. Никогда не превышайте количество 6 зомби в наличии и доберитесь до туннеля 2. Коснитесь нижней части вертолета, имейте в наличии одного зомби в шляпе зомби-кепка. Ага, нам надо, значит, не больше 6 зомби иметь. Я понял. Так, во-первых, покупаем еще одного зомби. Да, это, конечно, не очень выгодно, когда нам надо максимум 6 зомби иметь, но ничего страшного. Зомби. Покупаемся. Все, а теперь втроем будем начинать бежать, нормалек. И нам надо не больше 6. То есть мне по-хорошему надо бы пытаться их не жрать, во-первых. А во-вторых, желательно умирать периодически. То есть, чтобы у меня вот как раз было там штуки 3-4, не больше. Если мы сможем это сделать, то спокойно доживем до второго тоннеля, я считаю, по крайней мере. Так, перепрыгиваем. Во. Типа того, да. Я думаю, что так и идеально мы с вами пробежим все. И нам нужно еще одного, блин, нам давайте попробую сожрать. Мне нужен один челик в кепке. Нет, это не кепка. Так, ну мне нужно обо что-то умирать еще желательно. О, а это туннель 2? Блин, я думал, это туннель 1 будет. А, все, тогда это вообще изи. Так, мне нужна кепка. Все, теперь жрем просто всех подряд. Мне нужен кипчанский. Так, кто это у нас? Походу не кепка, да, это какой-то афро у него. Смотрим побольше. Блин, я не смогу 16 апнуть, не-не-не. Нам нужно... Ага, и... Хотя нет, смотрите, он может клонировать, но он клонирует, по-моему, тех, кто у меня уже есть. Поэтому, да, вот это ирокез. Что-то с кепкой пока вообще не катят, смотрите, просто нету. Еще один ирокез. Так, это кто? Это с хвостиком, по-моему. Не, ребят, не дается мне кепка. К сожалению, это задание мы с вами не выполним. Но зато с вами пофармим немного денег. Я думаю, что это тоже нормально. Да. А, нет! Офигеть, погоди. Так, офигеть, он реально родился под конец каким-то образом. Что-то я нифига не понял, я почему его не видел. Но да, теперь он есть, все хорошо. Мы с вами все три задания выполнили, прекрасно.
Ну, в таком случае постараемся пробежать как можно дальше, ребят. Давайте, вот сегодня у нас будет с вами такая, на выносливость, можно сказать, забег. Я постараюсь не тупить, постараемся пробежать прям максимально далеко. А, проблема в том, что нам не обязательно иметь много зомби, ребят. Вот ты можешь иметь хоть... Блин, надо еще коснуться вертолета. Ты хоть, не знаю, там, 50 зомби можешь иметь и потерять их в первой же яме. Нет, главное иметь просто, ну, там, больше 5 хотя бы, чтобы можно было спокойно... ломать своим телом, можно так сказать. Ну, а прям вот в остальном я бы не сказал, что обязательно иметь прям супер много. В общем-то, достаточно и того, что есть. Так, тем не менее, нам нужно реально еще... Во, вертолет летит. Опа, все, кайф, плюсик, плюсик есть. Дополнительное задание выполнено, и у нас с вами все задания прекрасно доделаны. Осталось дело за малым, умереть и получить, собственно, все готовые бонусы. Правда... Я только сказал, хотел сказать, что я не хочу умирать, но игра распорядилась иначе. Ну вы сами видели, там и острова как-то очень странно упали, и сразу и вертолет, и машина. Это все-таки законтрить довольно тяжело. Окей, окей, ничего страшного. В принципе, у нас, во-первых, второй шанс есть, во-вторых, ну даже если мы сильно далеко не убежим, все равно мы уже 200 монет нафармили. Это уже довольно хорошее число. Так, у меня... Да. Ну, ребят, я пока не то чтобы прям жесткую цель ставил далеко добежать. Еще будет видос, где я постараюсь добежать максимально далеко. Ну, а пока что, я думаю, этого достаточно. С вами был Чинаски, дорогие друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах, запомните их и присоединяйтесь.